Бюджет Петербурга еще не сверстан, не утвержден, а у Смольного уже есть планы, как и кто может его эффективно потратить. Почти 100 миллионов рублей будет выделено на гражданские инициативы по благоустройству территории. Схемы, по которой горожане сами решают, какой объект им необходим, чиновникам кажется наиболее подходящие. Так, по словам председателя комитета по финансам Алексея Корабельникова, уже давно работает весь цивилизованный мир. Это позволяет не только избегать потенциальных конфликтов между властью и жителями, но и эффективнее расходовать бюджет. Те, кто сидят и ничего не делают, но они действительно будут видеть то, что Смольный предлагает в таком штатном режиме. Да, если есть желание что-то самостоятельно поменять, вот у этих активистов, у людей с активной гражданской позицией теперь есть инструменты, которые позволяют действительно что-то менять самостоятельно. Ну а в первой половине дня о деньгах говорили в Мариинском дворце. Депутаты провели так называемое нулевое чтение бюджета. По словам спикера городского парламента, еще одна дополнительная стадия обсуждения необходима, чтобы избежать конфликта в дальнейшем. Бюджет города постоянно увеличивается, соответственно, и расходы становятся масштабнее.